Добрый день, дорогие мои зрители! Вы оказались на канале Галина Коломейко «Кройка и шитье». Этот канал, конечно, о моем любимом деле, которому я посвятила всю жизнь и написала уже достаточно большое количество книг. И я рассказываю об этом уже почти 3 года, и с некоторых пор я приняла решение, что мой канал будет еще и не только о кройке и о шитье, а он будет о нашей с вами жизни, какой бы она ни была. Не буду долго рассказывать вам о том, какой у меня был жизненный путь. Кому это интересно, тот может прочитать в конце, например, вот этой книги. Да, там есть в самом конце коротенький рассказ обо мне. Можете посмотреть на сайте galina-call.ru. Там тоже есть рассказ обо мне. Поэтому, может быть, я сниму когда-то об этом определенное еще одно видео. А сейчас мне, будучи человеком достаточно скромным, я долгое время полагала, что я ничего особенного не делаю. Да, я хорошо шила, но многие хорошо шили. Я хорошо кроила, но и многие хорошо кроили в ту пору, когда этим занималась я. И поэтому до определенного момента я не придавала значения каким-то своим особенным качествам. Но случилось так, как случилось. В моей жизни попался один замечательный человек, Александр Васильев зовут его. И он, в общем-то, очень изменил мою жизнь, его участие. Он повлиял на меня, и я открыла себя для себя. Сейчас буквально коротко. Я являюсь автором вот таких книг. Вы, многие из вас уже с этим, наверное, знакомы. И вот этой книги тоже, и вот этой книги тоже. Сейчас, по-моему, вышло уже около 8. Особенно мне нравится последняя наша книга, совместная с издательством «Эксмо», которая называется «Безлекальный метод кроя». Она дополнена разными интересными вещами. Раскроем сразу на ткани и прекрасно-прекрасно оформлена. Самым удачным, я считаю, издание, у меня сейчас ее нет, к сожалению, вам показать, переиздание вот этой книги в информационном плане. Она сейчас называется «Большие и маленькие секреты кроя и шитья». Кому интересна эта тема, пожалуйста, можете обращаться сюда. А в рамках нашего канала я рассказываю вам о том, о чем пишу вот в этих книгах. И рассказываю, и показываю, как это делать руками. А вот эта книга и еще такая же маленькая по содержанию, она является тем же самым, что и вот эта книга. И также книга «Большие и маленькие секреты кроя и шитья». Подписывайтесь на мой канал, приходите, читайте, задавайте свои вопросы. С удовольствием буду отвечать на них. Всегда ваша Галина Коломейко.